Зубы – главное оружие всех акул. Но все они разные. Размеры и формы многообразны. Тут и ножи для стейка, и гвозди, и загнутые иглы. Форма зубов зависит от функции. Одни подцепляют и удерживают, а другие режут и рвут. Но это не все. Зубы акулы растут на протяжении всей жизни. Зубные ряды начинаются глубоко в челюсти и поднимаются к поверхности, как на конвейере, попутно увеличиваясь в размерах. Всего лишь за год акула может сменить целых 6000 зубов. И этот арсенал неистощим. Акулы – мастера находить работу для своих зубов.